конечно, только после вас. Hello, my name is Brigitte Kobena. I'm representing Côte d'Ivoire. Меня зовут Бригитта Ковино, я из Кот-д'Ивуара. Так, в экскурсионную программу конкурса был включен и Музей Мирового океана, одна из самых ярких достопримечательностей. Пешие прогулки по городу нисколько не утомляют гостей. Любознательность очень полезна, и себя показать издавна было свойственно женскому полу. Не могли ее не поздравить. А что сегодня у нас есть именинница? Осталась весьма довольна обновками. Сюда дамы привезли внушительный багаж, в котором десятки нарядов, в том числе национальных костюмов. Но для обратной дороги им, похоже, придется докупить. Встретимся с участницами конкурса «Миссис Мира 2008. Секрет прост. Горячее сердце». Завтра в это же время очередному подвигу, но кто-то не смог отказать себе в общении с местными жителями, особенно такими милыми. What? And to your left, you should draw with right first. See? Это самое простое. I don't understand. Право, 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 право. Oh, hi. Do you like it? Do you like it? I love it! Man, wonderful! Спасибо! Wonderful! It was a good workout. Andy, give me flower. Andy. Национальный колорит в праздничное действо. У нас в стране есть традиция самого почетного гостя избирать вождем. И вот сегодня я хотела бы продолжить эту традицию и избрать господина губернатора нашим вождем. Миссис Япония, недостаточное знание английского компенсирует Фуллер. Результаты их работы мы увидим 29 июня в 18 часов в драматическом театре. Некоторые незначительные препятствия все же пришлось преодолевать. Мы убеждены, что красота спасет мир. И в вашем лице это действительно так. Ура! В ближайшее время приехать сюда отдыхать семьями. Так что вы, дорогие друзья, сможете встретить их. Кот-д'Ивуар, Бригитта Кобинон. Беларусь, Катя Ганаго. Сингапур, Франциско Масон Корин. Украина, Наталья Шмаренова.